Всем привет! Ну вот очередная посылочка номер два. Здесь у нас дорожная дорога. Сейчас мы ее откроем. Посмотрим. Посылка очередная из города Смоленска. Вот мы откроем, посмотрим. Вагончик, а вот крыши почему-то нету. Вагончик, а крыши почему-то нету. Да, подходит. Вот такой вагончик. А вон крыша. О, тут есть какой-то подарок еще нам лежит. Это что-то такое, непонятно, что-то такое прислал. Давай-ка разберемся, посмотрим, что это такое у нас. А вот и крыша нашлась. Вот, целиком вагончик. Буфераси на месте. Все это будем мыть, привозить, порядок. Да, в неплохом состоянии вагончик. Вот, вот такой вагончик. Так, смотрим дальше, что у нас тут. О, полувагон. Ну, здесь одной цепочки нету. Цепочки одной нету. На месте. Все тоже будем мыть. Вот уголек складывается. Вот так вот все это у нас выглядит, уголек. Так, смотрим дальше. Еще один полувагон, тоже без цепочки. Ну, все-таки мы сделаем. Вот. Ну, нормально. Пойдет так. Что у нас тут дальше? А, вот он. Паровозик. Паровозик. 66-30 должен быть. Да, вот он. 66-30. Состояние великолепное. Отлично. Подошел. Так. Еще один вагончик у нас цистерна. Ну здесь все тоже на месте. Цистерна вот такая вот. Угу. Ну плохого качества славянская. Ну одна лестница отломана, но это ничего. Ну получается 4 вагона.
Сейчас мы подправим. Вот, что у нас тут дальше прислали. Так, рельсы. Похоже. Но это только черного цвета. Там коричневого, а здесь черного цвета. Так, что тут у нас еще? Ну, здесь тоже еще три штуки. В хорошем состоянии. Великолепно. Вот еще. Ага. Ну, здесь вот как раз 2-4 и с подключением получается полный наборчик. А, здесь крепления нету, соединителя. Ну, это мы найдем, посмотрим. Так, а что тут еще у нас? Какие-то две бумажечки. Неудобно. Наверное, запчасти какие-то. Ну ладно, на этом все. Всем спасибо, кто посмотрел. Буду дальше продолжать на ролики. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите сообщения. Всем пока.